Магаданцев приглашают выбрать вариант благоустройства видовой площадки в бухте Нагаева. На сайте «Открытый Магадан» и правительства Колымы стартовал опрос, где жители областного центра могут предложить свой проект смотровой платформы. В бухте Нагаева планируют построить подъезд к пирсу и парковку, облагородить прилегающую территорию. Мы вместе, значит, там работаем сейчас и по сносу вот этих всех бесхозяйных строений, и очистки берега, и берегоукрепления в той части пирса. Но в связи с тем, что это полюбившееся место отдыха магаданцев, там будут не только рыбаки, не только причаливать маломерные суда, но там все-таки будет и место отдыха. Люди очень любят фотографироваться. Посмотрите и сами тоже зарегистрируйте на сайте «Открытый Магадан». Проголосуйте, варианты есть. Это будет красиво. Место. Сейчас территория пирса ограждена, там идет стройка. Посторонние пройти не могут. Однако ознакомиться с концепцией будущего проекта можно на сайте мэрии Магадана. Все работы планируют завершить к сентябрю.